Наверное, немного расслабились, потому что повели в два мяча, начали более расслабленно относиться к своим моментам. Защитники пошли вперед, а с командой Цюрих очень цепкая команда, очень боевая, всегда всю жизнь была, поэтому с ними нельзя было допускать таких ошибок. И ребята, естественно, воспользовались нашими ошибками, большие молодцы. В концовке как-то перестроились, что помогло все-таки вырвать победу? На самом деле, концовка была очень горячая, да, то есть, скажем так, у нас была атака на атаку, то они атаковали, то мы атаковали. Нам, ну, я честно скажу, наверное, больше повезло, просто потому что сам, когда на последних минутах мы забили, там наш игрок Дмитрий взял на себя инициативу, протащил и на дальнюю штангу, то есть, ну, больше везение. В принципе, игра, мне кажется, была ничейная, как и всегда происходит между командами Атлон и Цюрих. Еще мало кто помнит, но лет 10 назад была одна из главных игр чемпионата, да, то есть, а сейчас мы, скажем так, боремся внизу турнира таблиц. Но, тем не менее, как всегда, боролись. Ребятам большое спасибо. Нынешнее состояние, наверное, не так, кто приедет. На самом деле, если посмотреть заявку, у нас состав достаточно обширный, большой. Если мы собирались бы полным составом, то я уверен, мы бы составляли более грозную силу, да, нежели чем сейчас себе представляем. Просто вопрос сбора, да. То есть на первую игру мы собрались и с одной из лучших команд лиги, да, с Велесом дали бой, сыграли 4-3. Если бы дальше так продолжили собираться. Поэтому, если молодежь будет приезжать, тогда это будет, знаете, на омоложение. А пока молодежь не ездит, то играем старым. Thank you.
Это было непросто, конечно, и предыдущие игры давали нам дополнительный стимул для того, чтобы все-таки поменять ситуацию. И соперник давал нам играть, мы пользовались этим. Конечно, не получались, было много обрывов, но тем не менее мы нашли свою игру и стали навязывать ее соперникам. Когда нам удалось сравнять счет, соперник пошел последними силами, мы это почувствовали и ошибся, но тем не менее концовка игры была очень напряженной. К сожалению, костяк команды в последнее время понес ряд травм, и на этом фоне стали проявлять себя новые игроки, и им нужна сыгранность, и я думаю, все получится. Спасибо за хорошую организацию игры. Ну и надеюсь, что все будет хорошо, и в следующих играх улыбнется удача. Главное — верить в успех и не сомневаться в своих силах.